Все тут климат-контроль. Вон все есть. Все включается туда на. Немада Шапилов, водитель скорой помощи со стажем. Новую технику оценил на отлично. Автомобиль снабжен всей необходимой современной техникой. Полученные ранее машины зачастую приходилось доукомплектовывать необходимым оборудованием. Новая машина в такой модернизации не нуждается. Из 7 автомобилей, 5 автомобилей со 100% износом. Поэтому данный автомобиль нам... Мы очень счастливы, что нам его приобрели. Такой подарок станция скорой помощи получила благодаря государственной программе «Комплексное развитие моногородов». Глава города Клим Антонов торжественно вручил ключи от автомобиля главному врачу районной больницы Татьяне Стручковой. Я хочу торжественно вручить Татьяне Петровне эти ключи от фонда «Моногород». Поэтому поздравляю, пользуйтесь. И чтобы все служило народу нашему. На сегодня это единственная машина в автопарке отделения скорой помощи с таким комплексным оснащением. В первую очередь ее будут отправлять на вызовы от жителей Мирного. При необходимости в ближайшие поселки. Также она будет незаменима при вызовах на ДТП за пределами города. Ведь именно в таких случаях пострадавшим требуется неотложная помощь на месте, когда счет идет на минуты. Ивана Филиппова, Роман Ларин, телеканал «Алмазный край».